Участок 72-22, время 7:39, еще не закончился. Избиратели до сих пор голосуют, однако председатель и секретарь уже начали вытаскивать из сейфа неиспользованные бюллетени, что-то там считают. Участок еще не закрыт. Они ничего не ждут. Может, подойдем, спросим, что они делают? Вот, избиратели все еще голосуют. Здесь что-то творится, неизвестно что. Уже считают. Пойди, спроси. Не слышно будет? Да. Что я делаю? А что надо делать? Ничего не делаю, готовлюсь к 8 часам. Я что делаю? Ничего не делаю. А что надо? Справку что ли у вас читать? Я бюллетень где читаю? Девушка, вот я вынесла. Я ну говорю, как бюллетень делал. А что я? Это я считаю. Хотела сказать вам. Вам это интересно? Да, я же... Твоя компетенция есть такая? У меня спрашивают. Да. Может, тебе спрашивать на ответ можно или нельзя? Нет. Не надо мне спрашивать. Наблюдайте свои голоса. То есть вы не скажете, что вы делаете? Я ничего не делаю. Эти бюллетени должны были вытаскивать.